Эту трубу, уложенную в 1973 году, за все 46 лет ни разу капитально не ремонтировали, утверждает Сергей Агуца. В этом году меняется оставшийся участок теплотрассы по улице Сигетская. Это 563 метра. В связи с тем, что срок эксплуатации данной теплотрассы практически вышел в полный ноль. В течение года повреждения этого участка теплотрассы фиксировались 9 раз, говорит чиновник. Поэтому трубу необходимо заменить. Выполняться будет полная замена теплотрассы 530-го диаметра. Старая труба меняется на новую, предизолированную, с сифонными компенсаторами. Гарантийная эксплуатация предизолированных труб, она на сегодняшний день исчисляется 20-25 годами. Средства на проведение ремонтных работ выделены из городского бюджета, подчеркнул специалист. На оставшийся участок в целом Сигетская у нас получается в пределах 62 миллионов из городского бюджета было выделено. В этом году на данном участке, это большой диаметр трубы, как я уже сказал, 530 миллиметров, будет затрачено 39 миллионов 950 тысяч. Движение транспорта перекрыто на квартале от улицы Армейской и Лунного переулка до проспекта Гагарина. Работы обещают завершить к 25 августа.